забивает Хиллер трешку и 4-3. Счет становится пока в пользу Перми, а здесь оп! И убегает Жукауская здесь, а забить не получилось. Шенгеля отбился, и сам грузинский форвард быстро отрыв возглавляет. Хороший пас после двоечки, но Майк Джеймс руки широко расставил, не позволил передачу на слабую сторону прийти, только Шенгеля. Быстро так и не будет. Парма хорошо откатилась назад. Шенгеля снова спиной против него. Савович. Шенгеля правой рукой завершает ближний. Он для меня, он, наверное, определяющий. Хороший пас от Воломбоя под Шенгелию. Счет в пользу ЦСКА. Но пока прям все безрадужно для Пармы. Хиллер нельзя оставлять снайпера в углу открытым. Нельзя, он накажет. Шенгеля разворачивается. О, какой мяч он забивает. Безрезультативен. Шенгеля, как же хорошо он обыгрывает спиной. Видит еще и передачи. А Воломбой продолжает.